Всем огромнейший привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, вы на канале «Семья на чемоданах». Я вас сегодня приглашаю в очень интересный выпуск, потому что я двигаюсь в Сочи. Чисто по делам, чисто такая деловая, назовем ее так, поездочка. Я хочу вам показать серпантин. Ездили мы туда, наверное, месяца два назад. Да, где-то примерно так. Посмотрим, что изменилось, посмотрим, как идут реконструкции, посмотрим, возможно, есть новые обвалы. В общем, выпуск будет очень актуален тем, кто в самое ближайшее время поедет в Сочи на свой отдых. Погнали! Двигаемся по Геленджику. Наша задача сейчас проехать, получается, Геленджик немножко и уйти на трассу М4, ехать в сторону Джубги. Выезжаю вообще поздно, на самом деле. Вообще просто у меня в 11:50 там прием, время уже 6:06, навигатор почти показывает, что ехать почти 6 часов, серпантин уже там где-то местами стоит. Да, очень не хочется опоздать, конечно, но посмотрим, как оно будет. Вот мы, в принципе, выезжаем уже из самого города, сейчас он будет заезд на М4. Я, по-моему, не сказал, да, что я еду из Геленджика. Мы недавно переехали в Геленджик. Здесь вот будем проводить пару месяцев. Все выпуски смотрите на канале. Кстати, для тех, кто поедет в Сочи, у меня есть, что вам предложить. Мы прожили в Сочи суммарно год. Мы там все изучили, пропутешествовали туристические и нетуристические места и написали свой авторский гайд. Гайд состоит из двух частей, там куча полезной информации, как доехать, как припарковаться, где вкусно покушать, есть контакты жилья. Огромный багаж наших знаний, которые мы готовы вам передать, чтобы ваше путешествие по-большому в Сочи прошло очень круто. Для того, чтобы приобрести наш авторский гайд, нужно написать либо мне в личку, либо Настеньке. Все ссылочки есть в описании. А цена гайда всего лишь 490 рублей. Здесь реконструкция, строят дорогу. Вообще, когда я построю, здесь будет очень клево ездить. Развязочки будут, будет вообще шикарно. Пока, как говорится, временные неудобства. Так, ну, в принципе, все. Что он нам пишет? Ехать нам 265 километров, 5 часов 15 минут. Обалдеть. Серпантин уже начинает стоять. Ну и пишет, что приедем мы в 11:30. Да, едем вообще впритык. От Геленджика до Джубы тоже есть участки, которые реконструируют. Их на самом деле прилично. Вот так вот все регулируется по светофору. Если попасть не то время и не в то, как говорится, место, то можно очень много времени потерять в этих пробках. А пока, в принципе, еду нормально, вот передо мной три машины, но тем не менее красный мы словили. Ну и также от Геленджика до Джубы есть серпантин. Там буквально 4-5 участков, которые виляют на 180 градусов повороты. И, естественно, перепад высоты тоже есть. Вот он, первый такой поворот. Сразу в горочку. И, собственно, постоянная реконструкция вообще от Геленджика в сторону Сочи. Просто реконструкция на реконструкция. Вот он, раз 180, два 180. Вот, и дальше пошла дорога петлять. Подъехали мы к основной развязке. Джубга, Сочи, направо, Краснодар, Москва. Налево, естественно, мы выбираем направо. Как видите, у нас испортилась погода. Выезжали, так было хорошо, а сейчас просто идет вот такой вот дождик, который... Оп-оп-оп-оп-оп, поворот, да? Так, двигаемся в правую полосу. А-147, это трасса называется. Собственно, все. И отсюда нам остается, сейчас вам скажу, нам остается ровно 200 километров. Навигатор нам пишет 4 часа
15 минут нам ехать. Просто. И приедем мы в 11:29. Но посмотрим, так ли это, учитывая, что серпантин делал такое. Я пока ехал, вот там вот между Геленджиком, получается, Джубой, безумно красиво цветут персики. Это такие плантации какого-то цвета розово-фиолетово, такие шикарные оттенки. Если у вас есть возможность приехать сейчас, то обязательно воспользуйтесь этим и посмотрите, какая все-таки это красота. Ну что, мы заехали в Джубу. Джубга. Мы, кстати, здесь тоже отдыхали. Вот он знак, Джубга. Такой интересный поселок. И вот как только выскакиваешь из Джубы, посмотрите, какой прекраснейший открывается вид на море. Я обожаю этот пригорок. Итак, кстати, здесь отсюда начинаются ряд кемпингов, прям которые находятся на пляже. Море сегодня штормит. Вот смотрите, автокемпинг один, автокемпинг еще один. Короче, здесь вся полоса Новомихайловский, Лермонтова, все усыпано кемпингом. Поэтому, если вы любите дикий отдых, отдых с палаткой, то welcome вот сюда, что от Краснодара недалеко. Либо если вы еще где-то там живете неподалеку, то вот можете сюда обязательно приехать и отдохнуть. Мне кажется, здесь даже очень неплохо. Это мы двигаемся уже в Лермонтово. Здесь... так, а что все останавливаются? Почему-то. Здесь в том году был такой коллапс, здесь такие сходили, сели, что просто трындец. А, поставили какой-то вот стоп-контроль. Да уж. Интересно. Этого не было. Ха. Дорогу здесь восстановили. Вот. Последний раз, когда я здесь ездил, здесь еще были реконструкции. Но сейчас вот пляж тоже. Набережную почти. Я вот так вправо сейчас посмотрел. Вроде все окей. Слава богу, восстанавливается Лермонтово. Мы заехали в Новомихайловский. Давайте немножко покажу вам этот поселочек. Ну так, по основной, так сказать, трассе, да, гулять мы здесь не будем. Просто проедемся, коль едем. Дожди, дожди льют. На самом деле, отчасти это хорошо, потому что я еду не в солнцепек, а именно в такую комфортную погоду, ну, лично для меня. Вот. Так, что там у нас? А, пропускает. Понятно. Вот с этим алфардом едем с самого Геленджика в паре, вот так вот вместе. Но не значит, что мы в паре, просто как-то так увязались друг за другом. Сначала он за мной шел, потом я теперь за ним еду, обогнал меня. Вот, торговый центр справа. Здесь слева администрация. Проход к морю направо. Ну вот тут движуха. Ну а после Новомихайловска, ребятки, начинается все, дорогу уже вилять. Всегда говорю, что она очень сильно включает водителя, то есть здесь уже не расслабишься, как на какой-то там М4, например, или там М11. Все, здесь уже, как говорится, все по-серьезному. Переключаем передачу, у кого механика, у кого автомат, ладно, еще терпимо. Ну а руль крутится туда-сюда, влево-вправо. Постоянная газулька. Расход у машин, естественно, увеличивается. Примерно на 2 литра, наверное. Вот. Но, тем не менее, это очень красивая дорога. Она опасная, но она красивая. Будут таблички такие, как пропустить машины. Будут таблички как такие, как внимание, возможность опрокидывания, то есть неоднократно видели на серпантине, как ложатся фуры на бок. Ну, потому что дорога опасная, горный серпантин. Кто-то пишет, что это, да, это так вообще, мелочь, типа, есть сложнее, конечно, есть сложнее, но
много людей едут в Сочи и в этом году тоже поедут, поэтому вот смотрите этот выпуск до конца и поймете, что вам в принципе предстоит, особенно кто едет в первый раз. Мы заехали в Ольгинку, один из наших любимых поселочков. Надеюсь, в этом году у нас получится сюда приехать летом на какое-то время. Вот. А так, что здесь есть? Здесь есть река с очень длинным названием в кавычки Ту. Так и называется. Река Ту. И пляжи. Один пляж, такой, знаете, как полубухта идет такая. Посмотрите, обзорчики в нашем канале тоже есть, снимали много. В целом море здесь чистое, ну если, естественно, нету какого-то жуткого шторма, в принципе, везде. Пирс, развлечения, набережная короткая, но дельная. Ну много здесь что есть, тихий, спокойный такой уголочек для своего отдыха. Смотрите, после Ольгинки начинаются, понятно, красивые сосны. И еще здесь есть эстакада, видите, яма. Вот она справа. Не дай бог, если кому-то нужно что-то там подкрутить в автомобиле, то знаете, вот на серпантине есть. Если в сторону Сочи, то за Ольгинкой. Курортный комплекс «Молния Ямал». Вот так вот поворачиваю направо. Это мы находимся сейчас в поселок Небук или Небук. Здесь такие на самом деле обрывы. И у них даже, видите, видимо, лифт такой есть, чтобы доходить до пляжа. Как они здесь отдыхают, не знаю. Кто вдруг смотрит, отдыхает, напишите, интересно почитать. Вот красивый маяк. Огонь, 2 километра, топ-сейт 9, Сочи 122. Ну вот как раз, кстати, самый такой мощный серпантин в Туапсинском районе, ну лично на мой взгляд. А до Туапсе и после Туапсе он есть, но он такой уже лайтовенький. Интересно, конечно, куда едет этот алфард. Если в Сочи, будет, конечно, прикольно. А так вот, видите, всю дорогу с ним. Вдруг смотрит этот выпуск. Опа. Так, такой первый существенный поворотный подъем. Так, и, кстати, да, для тех, кто думает, что на серпантине нельзя нигде остановиться, то, пожалуйста, вот большая парковка. И вроде как здесь еще кран должен быть с водой и родник. Ну, видимо, либо что-то стекает с гор, ну, судя по знаку, который был. Вообще карманов предостаточно, поэтому если вам нужно остановиться в туалет, ну, это лучше делать на заправках, либо перекусить, то пожалуйста, либо просто отдохнуть, либо поспать, то карманов много, выбирайте. Мы заехали в Туапсе. Вот этот отворот, это на скалу Киселева. Кто никогда там не был, то обязательно сгоняйте. А выпуск посмотрите у нас на канале. Мы туда ходили, кстати, вот примерно в такую же плохую погоду. И Настенька тогда вообще была беременная. На ушел третий триместр беременности. Да, нам ехать-то осталось, по сути-то, ну, условно, 120 километров. Вот она, табличка Туапсе, до таблички Стелла идут. Ехать осталось 120 километров, там, плюс-минус. А ехать будем, скорее всего, часа 4. Очень хотелось бы, чтобы не больше, иначе я опоздаю. Ну, понимаете, да, то есть рулить придется много на серпантине. И ногу правую туда-сюда кидать тоже придется много. Ну а у кого механика, то левой тоже придется, конечно, поработать. Ну и вот она, основная
Стелла, город воинской славы, Туапсе. Так вот, снизили скорость прям до 20, чтобы заехать в этот поворот. Говорю, самое грустное на серпантине, что может быть, это вот так прицепиться за газелью или за фурой и просто ехать 20 километров в час. Так, у нас здесь еще подъемчик, видите, поворот, подъем. Они, конечно, должны пропускать, но не всегда это получается у них сделать. Вот там еще впереди, дальше газельки, идет фура. До Большого Сочи нам осталось 2 километра. Вот она пропускает. Спасибо тебе, дружище, вообще огромное просто. Вот, видите, пропустила, получается, колонну. И мы поехали сразу. Так, ну что, первую стелу не успел включить камеру. Была такая большая стела, надпись «Сочи», вот он, «Магри». И, собственно, мы заезжаем сейчас в Большой Сочи. Здесь сейчас будет пост турникетный. Вот, пост ДПС 400 метров, висел указатель. Все, двигаемся дальше. В общем, мы в Сочи, в Большом Сочи, но до нашего контрольного пункта, до Адлера, до самого центра, до Гоголя нам осталось где-то, наверное, километров 100, может быть, 90 с копейками. Мы заехали в Лазаревское лесничество, то есть Лазаревский район, и вот как раз в Лазаревском такая небольшая передышка от серпантина, потому что здесь дорога прямая, она не виляет, идет так через сам городок или поселок, как-то его правильно. Вот, и есть вариант отдохнуть, также куча столовок, кафешек, можно заехать просто перекусить. Половинка такая, ровная половинка, вот так ее назовем. Вот табличка, про которую мы говорил, видите, опасность опрокидывания. Но это говорит о том, что здесь очень опасный поворот. Так вот, поворот на Мамедово ущелье. Шикс. И очень аккуратненько, тык-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 тык. И спускаемся. Указатель на водопады. Ну а собственно вот мы заезжаем в сам поселочек Лазаревск. Такой тоже крутой поворот, сразу подъемчик идет. Ну все, здесь отсюда идет небольшая такая прямая. Вилла Бора, которую не рекомендуем посещению. Почему? Посмотрите у нас выпуски. Возможно, они справились, возможно. Но это не точно, мы не проверяли. Поэтому пока не рекомендуем. Так, в Лазаревском решаю заправиться. А то у меня тут же лампочка горит. И поедем дальше. Заправился, двигаемся дальше. Немножко еще, чуть-чуть буквально прямой дороги, и все, и снова начинается вилять-петлять, крутить, газовать, тормозить. Вот сколько мы едем, были обвалы только два момента, пока все. Но вообще, на самом деле, самое интересное начинается уже ближе к Дагомысу, и, собственно, там с вами будем смотреть, потому что там как бы есть и пробочки, судя по навигатору. Мы пока что укладываемся во время,
Я постоянно езжу на серпантине и думаю, ехать 100 километров, но эти 100 километров ты едешь 3 часа. Просто капец. Что у нас тут? Вот кармашек, пожалуйста. Так, вон я знак вижу дорожной работы. Сейчас посмотрим, что здесь за дорожные работы. О, вообще прикол, даже в пробку втыкаемся. Здесь Волконский дольмен. Ух ты, вот это дела. Так, ну что, вот, собственно, здесь светофор. Одностороннее получается, однополосное движение. И здесь, слушайте, какой жесткий обвал, а. Ничего себе. Надеюсь, камеру будет видно. Ну да, неплохо так ушла земля. Причем она ушла не просто там, она и здесь ушла. Посмотрите, вот мы сейчас будем. Видите, что творится-то? Охренеть вообще. Я не знаю, они бесконечно ремонтируют дорогу, но у меня такое ощущение, что в один какой-то день произойдет какой-то земной толчок, и дорога вообще вся уйдет, ну, какая-то часть, точнее, дороги, и ее уже не сделаешь. Потому что это все-таки природа, и с природой шутки плохи. Смотрите, здесь такая табличка. Внимание, впереди затяжной спуск, опасными поворотами. Проверь тормоза. Вот, спускаемся с гор. Ну, здесь постоянно, да, то вверх, то вниз, это понятное дело. Ну вот. Да, кстати, у кого плохие тормоза, то лучше сюда не ехать. Особенно летом. А то здесь есть такие случаи, когда перегреваются, тормоза начинают дымиться. Вот такой вот спуск. Жикс. Так, ура, автобус завернул. Осталось только вот этого чувака нам обогнать. Плетемся за ним тоже. Вообще, конечно, столько раз я проехался по этому серпантину. Он уже как родной. Ты его уже знаешь, какие повороты. Первый раз помню, когда ехал. Вообще, не знаю, это было так сложно. Это было так красиво и так сложно. А потом, я даже со счета сбился, сколько я здесь раз ездил. Очередная табличка. Внимание, опасность опрокидывания. Рюкс. Вот так вот. И вверх. Другого на повороте обгоняют. Здесь получается, видите, такая внутренняя сторона получается широкая. Опа. А наружная получается по широкому радиусу наоборот идет. Как здесь красиво все начало распускаться. Посмотрите на эти деревья. Зимой, когда едешь, они все лысые. И такая серость, скальная серость. А сейчас красота. Едешь и прям одно удовольствие. Так, спасибо тебе, что пропустил. Аварийка ему покажем. Да, очень здорово. Я прям вспоминаю, когда мы ехали первый раз в 2019 году, переезжали на Красную Поляну и ехали с таким вау. Такой был кайф. Ну и в принципе всегда, когда я попадаю на сочинский серпантин, я испытываю огромное удовольствие. Поэтому я обязательно вам рекомендую прокатиться по этой замечательной дороге. Ну а если поедете, я желаю вам меньше пробок здесь. Так, знаки стоят. Видимо, что здесь? Аварийно опасный участок дороги. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Знаю, вроде все нормально.
А, вот видите, знак. Может что-то обвалиться. Нужно быть аккуратными. А, ну вот, пожалуйста. Лучше к краю близко не прислоняться, не дай бог. Вообще, конечно, очень много трещин, дорога неровная такая. Но все-таки горы. Мы заехали в Головинку. И здесь вот снова знаки, что светофор. И вот он, светофор уже. Так, вот там всякая техника. И, собственно, что? Реверсивное движение, снова обвалы, друзья. Вот такие дела. Да, сочинский серпантин делал такое. Ну, вообще, на самом деле, везет, потому что мы сейчас это беспроблемно, без пробок проезжаем с вами, на мое удивление. А вообще, конечно, я думаю, что летом, если они до лета ничего не сделают, видите, какое сильнейшее укрепление они строят. Если до лета ничего не сделают, то, ой, какие здесь были жуткие будут пробки. Они и не сделают, потому что там, я смотрю, арматуры они варят. Очень основательно укрепляют, получается, они этот спуск. Поэтому, кто поедет летом, ребятки, готовьтесь, что здесь вы простоите. Ну, давайте посмотрим, какая пробка, наоборот, в сторону Москвы. А, ну, небольшая. Вот, в принципе. И все. У нас тут поворот на 180 градусов. Опа, вот так. Мы снова прицепились к Тонару. Дальше много на дороге. Дальше, видите, табличка, вот аварийный опасный участок. Сейчас посмотрим, что там за аварийный. Но самое печальное, говорю, это вот прицепляться за фурами и все, и ползти 20 километров. Хотя у него был карман сейчас, он должен был всех пропустить нас. А он не пропустил. Такая колонна за ним идет вообще. Опа. Вот, за Головинку выезжаем, сразу же обвал. Но они его вот укрепили. И даже пустили двойное движение. То есть недавно совсем было все по светофору. Сейчас вроде вот нормально. Вот еще один участок. Значит, видите, стоит такой огромный здесь. Огромная техника. Обвал серьезный. Здесь пропускают по реверсивке. Вот видите, ребята на встречу, которые они нас ждут. Это получается перед якорной щелью. Много обвалов, вообще просто весь серпантин в этих разметок. Так, мы заехали в Вардене. Очень многие хвалят этот поселок. Давайте попробуем вот так вот проехаться по его проезжей части, так называемой основной. Вот. Ну, а вы посмотрите. Я не знаю, как, конечно, дела влево-вправо. Ни разу здесь не отдыхали, всегда вот так вот мимо проезжаем. Поэтому, если из вас, зрителей, есть кто отдыхал в Вардене, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится вам или не нравится. И самое главное, почему. Что вам больше всего здесь нравится или, наоборот, не нравится. Река Буу. Классное название, река Туб, река Буу. Вот они такие мелкие, пока нет дождей. А потом, когда ливни начинаются, они выходят из берегов максимально. Так, вот, я так понимаю, пошла туристическая часть. Ой, какие тут красивые стеклянные надземный пешеход, переход пешеходный. С эскалатором, между прочим, с лифтом. Вот это молодчики, красава, хорошо сделали. Что здесь есть? Столовые, торговые мини-центры. Собственно, все. Куда-то влево-вправо идет уже
море. Мы заехали в Лоо. Тоже достаточно такой поселочек, который пользуется популярностью у туристов. Мы здесь несколько раз гуляли. Здесь этой зимой, по-моему, так нехило посмывало набережную. Не удалось пока сюда заехать. Самому так интересно очень вообще, какая сейчас здесь обстановка. Если в Лермонтово я увидел, что останавливают. Ой, здесь, кстати, тоже надземный пешеходный переход стеклянный. Здорово. Так, ну, собственно, и все. Вот и проехали уже его. Так, подъезжаем к Дагомысу. 5 км нам осталось до него. Здесь опять, видите, обрушение. И светофор. Вот здесь даже вообще бытовку поставили. И здесь, видимо, надолго тоже реконструкция. Еще мы прицепились за этой, что это, газель или что? Грузовиком, короче. Едет, ну, очень. Вот 10 километров в час едем. Да, иногда такое бывает. Вот снова перед Дагомысом опять у нас пробка. Здесь вот справа видно новое. Новые отбойники сделали, установили. Тоже был недавно здесь обвал. Ну, а, собственно, дальше что? Сейчас посмотрим. И такой резкий подъем на 180 градусов. Ух ты. Да, здесь серьезные тоже обвалы. Это мы... Сколько нам? Ну, километра, наверное, 2 осталось до Дагомыса. И здесь вот самые серьезные обвалы, в принципе, как я и говорил. Посмотрите, какая техника работает. Что-то там бурят. Обалдеть. Вот это да. Больше просто, чем полдороги перекрыто. Вот нам приходится в горочку оттормаживаться. А здесь не светофор, здесь вот, видите, как чуваки сидят, в рацию передают. Вот новые знаки установили на повороте, возможно, выезд на встречную полосу. Я почему-то их не видел. Здесь очень опасный поворот. Это мы заезжаем в Дагомыс. Смотрите, какой он опасный. Вообще максимально просто. Даже больше, чем 180 градусов, потому что туда как бы дорога сразу уходит. Да, видно Дагомыс. Все, конечно, в таком тумане. Да, дождь достаточно сильный. Вот, и мы спускаемся по вот этой вот дороге на ровную поверхность в Дагомыс. Так, а здесь опять пробка. И что здесь? Какие виды? Красота. Так, центральный Сочи начинается. Там у нас сейчас Мамайка у нас получается будет. Пост опять будет старый. Так, здесь у нас обвал небольшой, ну и, соответственно, небольшой затор. Да, в этом участке дорога тоже конкретно ушла вообще. Ее и слева укрепляют, и справа укрепляют. Серьезно, серьезно здесь. Резко вот так вот спускаемся вниз, направо, и вот уже на самом деле заканчивается перевал. Здесь где-то должна быть табличка, что конец перевала. Сейчас попробуем ее найти. Иногда получается ее увидеть, а иногда нет. Закладываешь машину. Опа. Называется это Батумское шоссе. Ой, сколько грязи стекает.
центральный район. Вот он, Анастела. Дальше что у нас? Аварийный опасный участок дороги. Снова табличка. Ой, сколько грязи сходит с гор, вы только посмотрите. Ну вот, собственно, знак Адлер, Сухуми направо, налево, центр Сочи, объездная как бы дорога. Так, вот. Вот еще один знак. И вот она, табличка, ребята, покажу вам. Вот мы уходим, получается, налево. Вот она, табличка возле знака ДПС, конец перевала. На этом все. Сочинский так называемый серпантин, он заканчивается. Мы заезжаем в сам Сочи. Вот он, старый пост. Здесь вообще уже давно никто не стоит. Но, тем не менее, вот так вот. Ура! Мы в Сочи! Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. По мне так получилось ништяк, потому что природа нам показала, какая она может быть, и все время, сколько мы двигались, лил дождь, показал вам новые отбойники, показал вам все разрушения, которые сейчас еще актуальны, которые строятся, скорее всего, до лета они не построятся, и они создадут приличных помех. В туннеле едем, освещение плохое, но ничего. Я вам хочу напомнить про наш авторский гайд. Ссылочку, как приобрести, пишите в описании. Есть ссылки на наши аккаунты. Куда угодно, куда вам удобно, туда и пишите. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!